хорошим гончаром нужно достаточно много часов. Плюс к этому еще есть нюансы. А большинство из нас девочки, это означает, что пресс у нас послабее, ну и много еще всяких, плечевой пояс тоже. А способ, который я выработала с течением долгих лет практики, называется, то есть, и прошу прощения у мастеров, если показываю что-то тривиальное, но я думаю, сейчас то, что я показываю, будет интересно молодежи и любителям, как минимум. Вот. Способ позволяет мне поднимать достаточно крупные изделия, больше метра. А суть заключается в том, в чем есть нюансы. Суть заключается в том, что мне не нужно, то есть я живу в достаточно ограниченных условиях, когда у меня мало глины, мало времени и малое количество обжигов я могу себе позволить. Вот. Этот способ позволяет мне тратить очень мало глины, иметь минимальный процент брака, а получать изделие готовое после первого обжига. То есть я глазурую, я сразу работаю с изделием и работаю как бы, ну, в один обжиг. Вот, то есть еще одно преимущество. Что? Clay less time, she can make more than 1 meter high tall pieces. Не теряя при этом качество черепка. Without losing any quality of the actual product. И сохраняя эстетику, неповторимую эстетику гончарной пластики, ручной работы. Preserving the hand marks of the wheel work. Два слова об организации рабочего места. Это важно. It's important how you organize your working place. Первое правило должно быть чисто. First, it has to be clean. А второе правило, у вас с вашей рабочей руки должна быть удобная каталка. Вы не должны бегать. Another rule is you have... Потому что они пересыхают на концах, и это не позволяет мне делать качественно. Otherwise they get dry at the ends. Дальше, если мне нужно высокое изделие, я просто перемещаюсь. Я ставлю подставку, то есть станок остается на месте. Я перемещаюсь выше, забираю педаль. И так я могу двигаться бесконечно высоко. Когда мне... Ну, на самом деле... На потолке удобно с педалью. Да, я делала 2.20 скульптуру, и это было тоже гончарным способом. Это было достаточно удобно. То есть я просто поднималась постепенно. Технологии, два слова. Ну, о технологии изготовления. Вы набираете жгут ом сразу, без дополнительного, без крутки. Жгут должен, первый жгут чуть толще, чем все остальные, он держит. То есть пока вы плете ровно в ладонь, больше не нужно. Вот показываю. Then the measurement is your palm, how much you can take in one go. Воздух. Вы сразу избегаете возможного брака, так часто нас как бы. So while flattening your coil, while rolling and flattening your coil, you control the bubbles. Для этой же цели вы пробиваете на пол ладони вперед. Уплощаете пласт, получается не круглый жгут, а вот такой с усеченный на одном конце. И этот конец идет в работу. So it's thinner at one side, and the thinner side goes to be connected. First. Далее я это называю на пол пальца вперед. Повернули. Поворот. Хоп. Да, есть еще нюанс. Формы были абсолютно точные по размеру серийные изделия, что тоже может быть важно в случае, например, со горшками или светильниками. Любых подвесных вещей, они, как вы понимаете, должны быть очень тонкими. А гончарный способ не всегда позволяет. Или ручная лепка. А это подвесной? Да, это я сейчас для вас делаю светильник, который, я надеюсь, мы потом увидим после обжига. Состав глины, в принципе, не важен. Шамот, без шамот, любая глина. Еще важно, если вы сужаете конус, то есть если вы идете прямой трубой или сужаете, то налеп происходит снаружи.
вводите изделие, то вы лепите изнутри, но техника не меняется. Otherwise, if you need to open your con, you're connecting your flat coils from inside. Когда высота вручную набранного участка достигает высоты, которую вы можете руками промять, вот, вы приступаете к следующей стадии. Вы слегка смачиваете внутреннюю поверхность. Make the inner surface wet, little bit. И рукой, средним пальцем. Спасибо, Алена. Извините. Ничего личного. Ничего личного. Он говорит за технологию. Вот, я обычно, вы найдете ваш способ, ну, любимый для вас способ. Я всегда работаю вот таким образом. Потому что у нас слабый плечевой пояс у девочек, и я всегда упираюсь еще в колено. Дальше вы дышите так, как дышите на гончарном круге, когда работаете. Then you hold your breath the same when you, as when you are working on the wheel. То есть вы дышите ровно, любые усилия происходят на выдохе. When the, если вам нужны дополнительные детали для вашего будущего изделия, а оно может быть сложным, вы изготавливаете их предварительно. Сейчас я придаю изделию будущему большую выразительность. Now I'm just increasing the impression. И заодно обратите внимание, мои руки совершенно чистые. Я никогда, то есть большинство изделий я делаю на гончарном станке, но я никогда не развожу грязь вокруг себя. Это залог того, что мои изделия будут быстро и качественно исполнены. И еще немножко я сейчас с ней поработаю, чуть-чуть. Но вы видите, что я оставила изделие на целлофане, это понятно зачем, да? Чтобы, да. Угу. Вот, я немножко сейчас поработаю. Я не буду больше делать высоту, чтобы вас не задерживать. Потому что принцип ясен, да, всем? Чтобы не пересыхало, да. В процессе крутки у вас могут возникнуть, как я называю, шурушки. Иногда это красиво, намеренно продолжить по высоте. Вы должны вот это дело все срезать. Вот, ну, вот примерно вот таким образом. If we would, if we are going to continue, we have to cut the imperfections. Otherwise, they are beautiful and can be added as a decorative part. И срезать вы должны не прямо, а диагонально срезка идет, то есть вот так, не вот так, а вот так. So we cut 45 degrees. Это важно для того, чтобы следующий жгут прилепился максимально точно. It's important for the next flat coil to get fixed. Чем точнее вы прилепите следующий жгут, тем качественнее будет все изделие. У сложных по форме и резьбе изделий это очень важно для выживаемости. Ну и вот я практически закончила, дальше я показываю известный всем способ, только для того, чтобы, ну, закончить изделие. Вот, потом я буду его резать и делать из него уже, то есть это сейчас заготовка, вот. Это заготовка, с которой сейчас я еще поработаю, я не буду вас задерживать, потому что, возможно, у вас сейчас свои дела важные. То есть те, кому интересно, оставайтесь. И посмотрите, как это продолжит. Иногда можно работать глазурью. То есть вы обычно мы работаем ангобом. Я часто работаю сразу глазурью. Повторяю, потому что это изделие, если бы оно делалось в моей мастерской, оно бы проходило один обжиг. У него бы не было утеря. I often work with angobs, but sometimes with glazes directly, because the pieces in my workshop are going only through one firing. Поэтому я еще внимательно сейчас просмотрю. Оно сейчас оно не очень качественное, естественно, потому что я тороплюсь. Но если бы это было в мастерской, на презентации я покажу более качественные изделия свои. Оно было бы достаточно интересно по, ну, по своей вот природе. Достаточно качественно было бы сделано. Дальше растяжка всем известная. Я не буду доходить до конца по причинам, которые вы увидите сейчас тоже. Вот, дальше фантазия включается, и в зависимости от вашей цели, я стала говорить, как будто у меня русский не родной. Ну, все мы, да.
Ну и вот. И здесь важно как бы понимать. Обычно я усугубляю форму красоты. То есть я выпуклые части отмечаю более ярким цветом, а подчеркиваю более темным, чтобы придать большую выразительность. А вот мы одним цветом тут пришли. Очень наскоро. Очень как бы так невнимательно сейчас. Но в этом тоже есть красота своя. То есть, по сути, уже известная вам техника. Вот, и я немножко сейчас добавлю все-таки темного, потому что это красиво, потому что это хорошо, и мы это все очень любим. А внутри, если вы заглянете, там тоже вы увидите достаточно качественную поверхность. Это очень важно для изделий, которые висят. То есть, если вы делаете горшок, у которого узкое дно, в принципе, всем по барабану, да, какое оно. А если это светильник, или какая-то штука, которая должна, там выставочная вещь, которая должна как-то звучать с двух сторон, то если вы там оставите внутри, то это будет нехорошо. Да, outside. Вот, это примерно, очень примерно. Я ухожу здесь от этой уже фактуры. Теперь я обычно что еще делаю? Мне нравится, когда звучит цвет глины сам. Поэтому я продираю. Почему я люблю этот способ? Когда я наношу как бы гончарную насечку, потому что удивительная получается такая красота гончарки вместе с техникой ручной лепки. Вот она как бы такая работает очень. Мое изделие будет про морскую раковину, например. Вот, дальше мне нужен шликер, которого у меня нет. Поэтому я сейчас буду так сочинять на ходу. И рукой я проверяю. Какой-нибудь шликерочек чуть-чуть. Особенно, конечно, внизу это важно. Вот верх остается чуть более влажный. Бумажку? О, нормально. Ага. Для равномерности работы дальнейшей. Потому что я намерена сделать достаточно сложную конструктивную вещь. Если вы слишком пересушили, можно чуть-чуть побрызгать. И оно встанет. Вот сейчас нам хорошо с ним. Дальше срезать. А следующая стадия – это срезка. Почему, вы сейчас поймете. Но срезать струной я не стану по той причине, что у меня другие планы, чем просто взять его. То есть вы потянете струной. Андрей нам показывал, как срезать бублики. Да? В данном случае я это делаю вот таким вот инструментом. То очень тонкий нож. Прижимаю плотно и максимально к станку. И внутри тоже все хорошо. Вот, а дальше я начинаю уже нагло себя вести. Не знаю почему, но как-то так хочется. Во-вторых, я буду нагло резать. Да, я прямо нагло так режу. И сразу же формирую рельеф. Все сразу резать, конечно, не надо, потому что вы завалите его. Вот. Это понятно, как бы, да. Вот, дальше включается сухой палец. Я сейчас поверну к вам это все безобразие. Сухой палец, который, видите, не оставляет следов на... А это все понятно, да. Да. Ну и хорошо. Он только что вошел. Вот, я вот таким образом это делаю. Я поверну к себе, потому что я не очень вижу. Вот, очень чистый такой способ, который позволяет достаточно качественно проходить все эти моменты, всякие такие тонкие моменты. Таким образом. Вот, здесь я соединю на шликер, потому что... Непонятно почему. Будьте здоровы. Посмотреть бы что-то. Просто так. Покрути, чтобы представить, что происходит. Ага.
Сейчас мы я поверну сейчас изделие, и будете смотреть уже готовые, представлять, что дальше. Тоже вот здесь момент хороший, что можно работать уже с декорированной поверхностью без потери как бы качества особенно. Это хорошо. Еще хорошо то, что есть такая прямая аналогия с какими-то очень хорошими природными формами при этом способе. То есть какая-то такая хорошая пластика. Мне очень нравится такая живая пластика вещи, когда я специально не придумываю, а как бы глина сама мне вот помогает понять, чего она хочет. Это очень мне нравится это все. И когда еще у зрителя нет прямых ассоциаций. Вот мне тоже нравится такая керамика, когда... Не в лоб. Не в лоб, да, не лобовая, чтобы была атака. Сейчас она жидковата, конечно. И так я нагло себя с ней повела, но тем не менее. Вот. Можно очень интересные штуки делать. А главное, что они потом живут, висят, радуют. Вообще бесконечно. Шпандоривайте цоколь. В данном случае я делаю, конечно, светильник. Вот. То есть любые приставные детали сбоку, там, сверху, снизу, как угодно. Вот здесь цоколь я всегда оставляю чуть более толстым, потому что практика показала, что изделия, которые подвергаются все время воздействию, вот когда висят, вот эта вот вещь, вот эта часть должна быть толще, иначе они просто не выживают. Вот. Посмотрим, что, кстати, интересно, что получится, если выживет. Вот, потом делаете насечку и формируете также. Здесь еще такая плотность, что она как бы... Позволяет. Я потом просто сейчас я ее загоню внутрь, и она будет оттуда такая эпически торчать. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Когда сделаешь крик... Давай еще посмотреть, что будет дальше. Спасибо. Ну, очень приятный такой какой-то ход. Очень приятный ход. Ну, вот он возник после многих-многих лет мучений с такими вещами, естественно. Ну, и там такие уже фантазии пошли. Вот, а самое главное, если что-то не выживает, то я легко, я делаю картоны всегда. Да, я делаю картоны, и у меня кронциркуль. И если я знаю процент усадки, я абсолютно точно потом повторяю. То есть несколько вот изделий не доехали, там заказчик был в Москве, их кокнули. Ну вот. Все, приятного дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.